Социальная служба штата Аляска не нашла признаков жестокого обращения американки Джессики Пигли с приемным сыном из России Даниилом Бухаровым. А это при том, что женщина поила мальчика острым соусом и ставила его под холодный душ. Как говорит она сама, в целях воспитания приемная мать даже сняла это на видео. Запись показали на местном телешоу в ноябре прошлого года. Как сообщают местные СМИ, накануне сотрудница соцслужбы Аляски, выступая перед судом, заявила, что Даниила нужно оставить приемным родителям. В семье Бигли живет еще брат-близнец Даниила. К тому же у супругов четверо родных детей. По законам Аляски, если вину женщины докажут, ей грозит штраф в 10 тысяч долларов или тюремное заключение до 1 года.